Звезда Дома 2 пропагандировала бодипозитив, заявляя, что каждый может выглядеть так, как ему нравится. Недавно Саша заявила, что не мечтает стать фитоняшкой, так как довольна собственной внешностью. И Черна, и ее супруг Иосиф Оганесин любят вкусно поесть, и наслаждение пищей для них важнее забот о фигуре. Девушка спокойно рассуждала о том, что поправилась, считая идеальным для себя весом отметку в 100 килограммов, прийти к которой она планировала с помощью новой диеты. Однако ожидания участницы телестройки не оправдались. «Когда я встала на весы, я офигела. Слезы наворачивались на глаза, но я никому не могла показать боль внутри себя. Ведь это же мое мнение, я всегда права. Толстые что, не люди? Прекратите мне навязывать. Я такая идиотка. Можно весить 80 килограммов, 100 и даже 120, и быть соблазнительной милой пышкой. Но не 140, расстроилась Черна. Теперь звезда реалити намерена сменить питание, руководствуясь советами Романа Капакла. Мне последнее время тяжело было даже ходить, я начала понимать, что я потихоньку превращаюсь в кусок сала. Жир овладел мной и моим разумом. Нужно было срочно спасать ситуацию в связи с моей возможной беременностью. Капа подобрал для меня программу, которая должна подойти мне на 100, рассказала Саша. Сашу Черна поддерживает муж фото. Инстаграм. Согласно новому распорядку, Черна может есть любимые сладости, но должна исключить белок из рациона. Участница телешоу проведет на диете месяц. Я могу есть свои любимые печеньки, крем с торта, газировку, но нельзя белок. Ни в каком виде, абсолютно, рассказала девушка. Подписчики были шокированы выбранным Сашей способом похудеть. Какой нормальный фитнес-тренер разрешит пить газировку и есть тортики, поразились поклонники. Белок — основа при похудении, как его можно исключить и заменить печеньем? Не надо сходить с ума, возьмите себя в руки, сократите калорийность пищи. Нет другого способа сбросить вес, кроме как меньше есть, заключили пользователи. Однако сама Саша настроена оптимистично. Иосиф Оганесин поддержал идею Черна и не против любых методов, которые возлюбленная использует, чтобы чувствовать себя лучше. Класс пост 662 014 подписчиков.